Привет, друзья! Перед нами телефон Honor 10X Lite. И в этом видеоролике мы на данном телефоне наведем будильник. Да, мы сделаем это. Будильник мы можем навести, зайдя в приложение под названием «Часы» на данном смартфоне. Можно даже сделать проще, чтобы не искать здесь часы и не бегать по всем этим приложениям и искать их. Можно сделать это немного проще. Просто нажимаем на виджет времени, вот, который у вас здесь находится. Или можем попытаться здесь на время нажать. Вот так же вот тут нажимаем на время и попадаем в пункт «Часы», где у нас есть много вариантов. Выбираем будильник, соответственно, потому что именно он нам сейчас интересен. После чего нажимаем на плюсик. Здесь мы можем настраивать наш будильник. Сначала мы выбираем время. Давайте на 9 утра наведем будильник. Давайте на 8, хорошо. На 8.15. Дальше мы выбираем повтор. В какие дни недели будет повторяться наш будильник. Давайте понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, только по будним дням. Нажимаем ОК. Теперь наш телефон будет звонить с понедельника по пятницу. Дальше мы можем настроить звук. Мы можем выбрать... Давайте разрешаем. И здесь, смотрите, мы можем настроить мелодию нашего будильника. Здесь есть классические мелодии, уже предложены нашему телефону. Мы можем сделать, чтобы будильник был в беззвучном режиме, то есть он просто будет светиться на экране, но звука никакого не будет. Или же мы можем выбрать какую-то музыку с устройства. Например, у меня здесь есть какая-то запись, которую я делал, вы можете ее выбрать. И все. Дальше, будет ли наш телефон вибрировать во время звонка будильника или нет. Звук я выбрал нет. Давайте выберем какую-то песню вот такую, чтобы у нас какой-то звук был на будильнике. Дальше мы можем описать наш будильник. Например, давайте напишем, что этот будильник для работы. Пишем «работа», нажимаем ОК. Дальше мы выбираем длительность сигнала, то есть как долго наш будильник будет звонить без нашего ответа. Давайте 10 минут. Через 10 минут он выключается. И сколько он делает пауз, если вы не берете, то есть он делает 10 минут перерыва, и потом 3 раза через 10 минут опять 10 минут звонит. То есть давайте выберем настройки по стандарту, нажимаем на галочку. Таким образом мы только что создали будильник на 8.15. Мы можем его выключить вот таким образом и включить. На этом все. Спасибо, что смотрели этот видеоролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!